Эй, вы на канале Джуза Плей, и сегодня мы с вами будем строить невероятный небоскреб, как вот у этого чувака, а может быть даже выше. Надо найти свою платформу, где мы начнем строительство величайшего здания в Roblox. Здесь я могу начать строительство, теперь этот земляной участок принадлежит мне, здесь какие-то коробочки, а это, они деньги дают, можно такие ящики бегать собирать. Смотрите, у меня теперь кэш, я могу напокупать всякое. Всячины. Давайте начнем с обычного дроппера. Поставим сюда дроппер. Он мне будет что-то приносить. Теперь здесь я могу поставить первые стены. Да, какое же здание без стен? С чего-то же нужно начинать. Чего здесь делать? Не могу. Это за робоксы. Ничего себе. Ставим следующее улучшение для нашего дроппера. Это что такое? Ускоряет. Давайте следующий дроппер поставим. Еще этот, и этот, и еще что-то поставил. Я не знаю, что эта штука делает, но она по-любому делает что-то крутое. Еще одну такую же штуку и еще. Все, у меня весь конвейер заряженный. Он мне будет приносить какое-то количество денег. А это что это дает? Увеличивает какие-то стеночки, да, для моего дроппера. Ну ладно, давайте сделаем фул улучшение. Жестко. Смотрите, у меня конвейер просто в полный ход работает, в полную силу. И он мне приносит уже 1500 денег. И пока я говорил, он уже мне принес 2000 денег. Отлично. Я хочу еще один дроппер поставить. Ого, ничего себе, он большущий. Что это такое? Это какие-то ножи, шотганы. Зачем мне ножи, какие-то шотганы? У меня есть катана. Как купить следующий этаж? Апгрейд стен. О, еще один апгрейд стен. Все, замечательно. У меня теперь есть стены. Телепорт 10 тысяч стоит. А, даже не 10 тысяч, а 10 миллионов. Я, наверное, тогда куплю вот эту штуку. И что она мне дает? Она дает мне уничтожение. Да, это значит, если я захочу быстрой смерти, я зайду в этот луч и уничтожусь. Отличное решение за 7500. Не понимаю, для чего это нужно было, но мне нужно каким-то образом получить вон тот дроппер. Как мне туда забраться, ребята? Кто-нибудь знает? Наверное, нужно начать отсюда. Или нет? Нет, это просто апгрейд дропперов. Апгрейд так апгрейд. А вот это что это такое? Что за улучшение? Что оно нам дает? Оно мне улучшило пол. Во, наконец-то я могу купить себе лестницу на второй этаж. Вот чего я ждал. О, даже третий этаж могу купить. Покупаем сюда еще один дроппер. Сверху будем скидывать. Сюда. Все, я накупил дропперов. И они все идут в этот конвейер. Теперь у меня, смотрите, как производство идет. Я делаю какие-то конфетки или что, не понимаю. Но это мне приносит доход. И это главное, ребята. Что же я еще могу купить? Могу купить какой-то еще конвейер. И здесь тоже дропперы. 4000. Ага, на следующий мне уже не хватает. Ой-ой-ой-ой-ой, я сам чуть не стал конфеткой. У меня есть 18 тысяч. Я пополнил свой бюджет, но я думаю, можно пойти и поискать еще кейсики. Все-таки неплохие кейсы я собрал. Может быть, существуют еще такие же где-нибудь. Ребята, вы видите такие или нет? Я лично не вижу подобных кейсов. Значит, халявы мне не придется ждать. Будем зарабатывать своими силами. Все-таки я уже второй этаж построил. Построю и третий этаж. Надо забираться наверх. X3. Ну блин, 450. Нет, дорого. Я не хочу тратить столько робоксов. Улучшение стоит очень дорого. Но если я поставлю сюда дроппер, у меня будет на один дроппер больше. Логично. Можно апгрейдить свой конвейер и поставить еще один дроппер. Теперь у меня апгрейженный конвейер и три дроппера. Ага, третий этаж я поставил, а стены я не поставил. Как же у меня стоит третий этаж? Это загадка человечества. А здесь дропперы уже от 25 тысяч стоят. Потом 50, 75, 100, 125. На это нужно копить. Без этого вообще никуда. Денежки копятся, но медленно. Может быть, опять там всякие сундучки появились. Можно посмотреть издалека. О, сундучки появились. Собираем сундучки. Давайте, это все мое. Ой, а с оружием? Нет, сундучок с денежкой провалился.
появился сундучок. Нет, не подходи ко мне, ничего себе он вертится. Я, наверное, на воздушном шарике улечу от тебя куда подальше. Тихо-тихо, не атакуй меня, пожалуйста. Ага, здесь в определенное время падают эти сундучки, и я не успел их собрать. Вот это я лошочек. Так, уходи от меня, подожди, я на воздушном шарике улетаю от тебя. Пока, до свидания, все, счастливого пути. Я хочу еще один такой же аэродроп. Когда же он появится? Ничего не написано, поэтому я пойду дальше собирать то, что накопил. 17 тысяч я уже накопил. Неплохо, неплохо. Мы сразу, смотрите, забираемся на третий этаж. А воздушный шарик — это удобная вещь, оказывается. Могу поставить сюда дроппер. А на следующий мне уже не хватает. Ребята! Меня случайно выкинуло с игры, и когда я перезашел, моего здания уже здесь не было. Как же так? Почему ничего не сохранилось? Я же уже построил третий этаж. Надо было, наверное, сохранить. А я не сохранил ничего, и поэтому все слетело. Вот это обида. Мне никто не сказал про это. Ну а вы, ребята, если хотите, чтобы я все-таки построил свой небоскреб в Роблоксе, обязательно пишите об этом в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если не подписались, а также делитесь этим видео со своими друзьями. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Не болейте, не скучайте. Пока-пока, ребята.